жителей нашла по душе. 10 лет я работаю специалистом по клубной работе в поселке Саладья. Почти столько же руковожу самодеятельным вокальным ансамблем «Леночек». Я очень люблю готовить, занимаюсь рукоделием и, конечно же, создаю уютную атмосферу в доме. Ведь я мама двух замечательных сыновей и жена прекрасного мужа. Считаю, что женщина и уют в доме – это как две половинки, которые обязательно должны дополнять друг друга. А потому даже в домашних мелочах я нахожу свое счастье. Ночью в тишине, пока.
Но